На конкурс дети читают стихи. Леньшина Катя, гимназия, город Урюпинск. Саша Черный в яслях спал на свежем сене. Тихий, крошечный Христос, месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, подкравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Примиревший белый козлик на чело его дышал, только серый глупый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри, скорей!»